الله يا الله الله سبحان الله ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры мы снова приветствуем вас на передаче исламская нравственность мы с вами на прошлой передаче говорили о степени убежденности мы сказали что убежденность что значит убежденность да убежденность мы сказали что сама по себе состоит из двух вещей что это именно? Это знание о той или иной вещи и знание того, что не может быть отсутствия той вещи, в которую вы верите. И отсюда образуется убежденность. Убежденность имеет свои степени. Мы сказали эльмулякейн, аинулякейн, хаккулякейн. Что это обозначало? якаин, то есть вы убеждаетесь в том или в той или иной вещи посредством знаний. Подобно тому, как вы убедили, что есть огонь, увидев именно дым. Есть айнуляхрим, когда вы видите огонь непосредственно, вы убеждаете, что перед вами стоит огонь. И третье, когда вы становитесь как бы самим огнем. В каком плане? Как бы вы входите в этот огонь, вы чувствуете этот огонь, вы колите так же, как этот огонь. Подобно тому, как э, мы же говорим, огонь имеет следующее качество, гореть. Вот так же и вы горите. То есть вы соединились с этим. И это является, и эта убежденность является самой на, наивысшей, наивысшим видом убежденности. И относительно убежденности и того, что на самом деле убежденность является очень хорошим, главным и значительным качеством в нашей жизни, мы для этого приведем вам предания и слова значит, Мухаммад Махди Нараки, известный шиитский ученый, в своей книге Джамиу Саадат. Джамиу Саадат, он что там пишет? Он пишет следующее относительно якина. Он говорит, что куллама издадат якина издадат таджаруда. Про нафс он говорит, то есть нафс. Он говорит, аннанас, или таджарудан. Говорит, если у нас увеличится убежденность, у нас имеется в виду душа, увеличится убежденность той или иной вещи, то тем самым он более освободится от таков материального. То есть будет приближаться, приближаться к абстрактному, освободиться от оков материального. И говорит, он сможет, то есть после того, как он освободился от оков этого материального мира, он сможет влиять, полностью распоряжаться некоторыми вещами, которые Всевышний Аллах создал. И подтверждение этого слова, которое мы сказали, он приводит слова имама Садыка, алейхиссалам, галял имам Абу Абдулла Садык, алейхиссалам. Сказал Абу Абдулла Ас Садык, да будет мир ему, «Аль-Якин юсилю л-Абда иля кулли халин санигин ва макамин аджибин». Говорит, что убежденность доводит раба Божьего до, до великого положения до великого состояния. И дальше имам говорит, «Казалика ахбара Расулуллах мин айзами ша'н аль-якин хина дукира индаху анна айса ибн Марьям алейхиссалам кана ямши аляльма». И также сказал посланник Аллаха, когда говорил о великом положении Якина, и когда некий перед ним упомянул то, что Пророк Иса, алейхиссалам, ходил на воде. Пророк сказал тогда, когда услышал эту историю, когда услышал об этом да, от человека, то, что э, он об этом знал, имеется в виду, но услышал от другого человека, что Иса ходил по земле, когда у него спросили про это, он сказал, "Лаузада якинуху Если, говорит, его якин, его убежденность станет больше, было бы больше, если бы было бы больше, то он бы не то, что на в воде ходил, он бы ходил именно в воздухе, на воздухе ходил бы. Насколько, что мы видим из этого Хадиса, каким главным, каким важным качеством является Яхрень, убежденность. Убежденность может вас довести вот до чего, до этих, скажем так, знамений Всевышнего, до этих чудес, или как еще их назвать. И дальше... Нарахи указывает фахадаль хабар, далья аля аннали керамат, таздаду, пиздиядаль И говорит, этот хабар, то есть это предание свидетельствует о том, что чудеса, которые могут совершать, допустим, ученые люди, они увеличиваются э, тогда, когда увеличивается убежденность человека. Чем больше ты убежден, тем больше у тебя есть возможность распоряжаться некоторыми вещами, творениями. فِي فِي И говорит, несмотря на то, что анбия, пророки обладают великим положением, но они различаются все-таки в этой силе убежденности у каждого, нельзя сказать, что у всех пророков именно вот эта степень убежденности является одинаковой. Она отличается, так как пророк сказал, если бы Иса, алейхиссалам, если бы у него было бы больше убежденности, то он мог бы творить еще больше, чем творил, допустим. Мог бы ходить именно не просто на воде, а на воздухе мог бы ходить. Летать мог бы одним словом, да, как бы это странно не звучало. Но это так и есть. Вот. И поэтому здесь говорится, дальше также шейх подчеркивает, «Вагаддахара мадукир анналь якин джамию джами аль фадаил ан И он говорит, что воистину якин, мы понимаем того, что было упомянуто мы понимаем то что убежденность впитывает в себя и содержит в себе все все хорошие прекрасные качества и никакой и э, э, никогда не отделяется ни от какого хорошего качества то есть в каждом хорошем качестве оно есть это то что касалось именно Якимина то есть мы сказали с вами Э, на прошлой передаче мы говорили, что есть плохие качества, которые возникают, да, если мы будем, допустим, халатно относиться к силе разума, или же, допустим, чрезмерно относиться, чрез, э, проявлять чрезмерность в этой силе, то образуют плохи, образуются плохие качества. Это было «джахлир мураккеб», «джахлир мураккеб» — это именно человек не знает и не знает то, что он не знает. Второе — это было именно сомнение, и мы сказали, что напротив скажем так, этих двух плохих качеств существует Якин, убежденность, который является на самом деле источником всех хороших качеств, можно и так сказать смело, вот. И третье плохое качество, которое также возникает, если человек, допустим, будет халатно относиться к силе разума, то это шерк, то есть это предавать Аллаху за товарищей. И здесь, естественно, ширк бывает двух видов. Да? Есть ширк, который джали, и есть ширк, который хафи. Джали, джали что значит ширк и джали? Когда человек в поклонении, да, допустим, он поклоняется кому-либо помимо Аллаха. Это есть явный ширк. А другое дело, скрытный ширк. Скрытый ширк, где он проявляется? Допустим, человек делает то, чем недоволен Всевышний Аллах. Это я сейчас не вспомню этот хадис точно, но я помню был один из таких хадисов, где один из имамов говорил, что если человек если человек который допустим грешит да если в то время как он совершает грех, если бы занавес, если убрать занавес и показать ему истину, такой, какая она есть, то он видит, что когда он совершает грех, он поклоняется шайтану. Поэтому отсюда что мы понимаем? Понимаем то, что скрытый ширк это, это и есть. То есть человек думает, что а, он не поклоняется никому, кроме Аллаха. Но он грешит. Он делает то, чем недоволен Всевышний Аллах. Это есть, это тоже ширк, но это ширк хафи. Это скрытый ширк. Вы не видите. Если убрать этот занавес, вы увидите, что вы поклоняетесь шайтану. Поэтому это именуется как Шир Хафи. Естественно, что здесь надо? Здесь надо э, лечиться, лечиться таухидом, лечиться единобожим, понять то, что Всевышний Аллах, как говорится, да, э, тоухид то, бывает Рубубия, улухия, Таухид бывает в э, сифатах и так далее. То есть то, что его сфаты Аллаха и сам Аллах, они неотделимы друг от друга сказать, что сыфат — это одно, Аллах — это другое. Нет. Или, допустим, поклоняться Всевышнему Только Аллах достоин поклонения. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Ля илля Аллах. Это есть то, что лечит ширк. И, естественно, то, что Аллах создал в господстве, то в господстве, то, что Аллах создал все, и Аллах управляет над всем. И по его воле, естественно, ангелы, которые являются которую выполняют по воле Всевышнего Аллаха его повеления. И четвертое, также, скажем так, качество плохое, которое возникает в том случае, если человек, как говорится, проявляет халатность или чрезмерность в силе разума, это именно... Мнительность от шайтана. Мнительность от шайтана. У вас да? вас и как говорится. Вот. Здесь что происходит? Человек постоянно, постоянно сомневается в том, что совершил ли он это дело или не совершил, правильно совершил или неправильно совершил. Это все является от шайтана. И для того, чтобы избавиться от этого, надо Именно вспоминать Бога, делать зикр, как Аллах говорит, разве не поминанием Аллаха успокаиваться сердца. То есть если хотите, чтобы не было этого плохого качества, то больше поминайте Всевышнего Аллаха, и, иншаллах, по воле Всевышнего это пройдет. И пятое, то, что является также плохим качеством, это макр. То есть это именно, скажем так, хитрость, да? быть хитрым. Как говорил сам посланник Аллаха, это, кстати, хитрость возникает, если человек именно проявляет чрезмерность в силе разума. И говорил сам посланник Аллаха, ⁇ Лейсамина Манмакара муслиман то есть не является из нас человек, который э, обхитрит мусульманина, какого-либо мусульманина. Поэтому хитрость является качеством о котором сам Пророк говорит, что такой человек не является из нас. И это, естественно, человек должен бояться этого, да, то, что он, если будет хитрить, если будет проявлять хитрость по отношению к верующим мусульманинам, то Пророк говорит, что он не от меня. Что может быть хуже всего, когда пророк говорит, что этот человек не от меня. И есть, конечно же, другой также хадис, где говорится, что Лауля Анна л Макра Валхади Атафинар Лакунту Говорит, если бы, говорит, именно вот эта хитрость, да, если бы хитрость и обман э, не находились бы в аду, то я был бы первым, скажем так, или я был бы самым хитрым из людей. Если бы хитрость и ложь не находилась бы в аду, я бы был самым хитрым. То есть почему пророк говорит, что я не хитрый? Потому что хитрость и ложь, обман находятся в аду. И, естественно, все то, что находится в аду, пророк далек от этого. Поэтому э, я наставляю э, вас, в первую очередь, себя, чтобы те хадисы, те моменты, о которых мы с вами обсудили, чтобы мы старались по воле Всевышнего Аллаха добиться этих результатов, добиться этих успехов э, ради Всевышнего Аллаха, иншаллах. Я думаю, что Всевышний нам в этом деле поможет с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. الله الله والحمد لله الله الله يا الله سبحان الله الله, الله, الله يا